Здравствуйте! Представляю вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Land Rover Freelander 2 2007 года выпуска. Объем двигателя 2.2 турбодизель. Пробег автомобиля 147 918. Замер компрессии. Первый цилиндр. 22 килограмма. Второй цилиндр. 22 килограмма. Третий цилиндр. 22 килограмма. Четвертый цилиндр. 23 килограмма. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.